Первая стадия деградации у женщины – появляются женские недостатки. Откуда берутся женские недостатки? Недостатки – это означает всего лишь нехватка энергии. Человек просто не справляется, у него не хватает сил жить правильно. Нехватка энергии. Итак, нехватка энергии у женщин, женской энергии, означает обидчивость, ранимость. Первая стадия, да, недостатка. Женские, естественные женские недостатки появляются. Обидчивость, ранимость. Тяжело переносить, терпеть кого-то. Усталость от деятельности, лень, эмоциональность. Меняется сильно настроение. Естественные женские недостатки возникают, когда человек не хватает энергии человеческой, он неправильно живет. Вот. Вторая стадия, у мужчин первая стадия деградации означает гневливость, грубость, неряшливость. Вот сильная зацикленность на своем, ему трудно меняться в жизни. Он не может отдыхать, расслабляться, снимать напряжение. Вот. Он старается передавливать женщину, нажимает на нее, ведет себя жестко в отношении, не хочет менять себя, ему тяжело отдыхать, снимать напряжение. Человек дальше не работает над собой, у женщин возникает вторая стадия недостатков, и у мужчин вторая стадия. Вторая стадия недостатков у женщин – это появляется грубость, появляется желание поменьше заниматься семейными делами, уйти больше в деятельность, в работу. Появляется холодность в отношениях, нежелание заботиться, нежелание что-то делать для близкого человека, желание больше заниматься саморазвитием, ну то есть обучаться, работать где-то и поменьше думать о семейных делах. Пускай там, допустим, стиральная машина стирает, или там, ну то есть пускай семейные дела делает кто-то другой, только не я. Появляется холодность, жесткость, жесткий стиль в отношениях, такая жесткая грубость, такого как бы курить женщина начинает, ну то есть такие появляются, как это, феминизация, ну то есть женщина становится феминисткой, то есть она как бы, вроде бы слово феминизм означает женственность, но все наоборот, то есть она пытается доказать свое право быть мужчиной. Ну то есть мужчина, когда у него вторая стадия деградации, он становится обидчивым, ранимым, ленивым, ему тяжело работать, хочется побольше дома, ему не хочется вот идти на работу, ему тяжело, он как бы безвольным становится таким, ну, человек. Это вторая стадия деградации. На второй стадии деградации люди меняются местами. Ну то есть женщина жесткая такая, категоричная бизнес-леди, которая хорошо все на работе получается. Она напряженная очень такая, жесткая. Она находит себе мужчину на второй стадии деградации, такой мягкий, добрый, ленивый, работать не хочет. Она его прессует, типа ты там лентяй, иди на работу. Вот, на второй стадии деградации люди уже обычно не женятся. Это обычно гражданский брак. Они живут вместе, потому что очень трудно идти замуж за мужчину, который не может брать ответственность. Ну, очень трудно. Ну, как вот человек не хочет работать, как вот можно на него опираться? Опереться же невозможно на человека, который сразу вот раз и все, не держит свои обещания. Вот. Мужчине тоже очень тяжело, потому что женщина его прессует, ведет себя жестко с ним, как бы унижает его, оскорбляет. Ну, то есть не дает ему нормально мыслить. То есть он все время разочарованный в себе ходит. Ну, то есть люди не женятся, они просто сожительствуют, живут вместе. Есть еще третья стадия деградации. Это уже а-ля Европа. Вот третья стадия деградации означает, что женщина не может просто переносить мужчин. Если женщина не может переносить мужчин, то любить же надо. Вот человек не может без любви. Вот если, допустим, женщина любит мужчин, она думает о них, мечтает себе хорошего мужчину найти. Вот, но она не может переносить мужчин. Она даже думать о мужчинах уже не может. Все. У нее мысли о мужчинах вызывают стресс. Она думает, потому что они для нее слишком грубые люди такие, ну, напрягают ее. Она не может вот с ними отношения строить. Все, близкие имеется в виду.
Все, на работе, пожалуйста, близкий нет. И у нее возникает такое уже какое-то чувство по отношению к женщинам. Ну, то есть постепенно психика перестраивается на женщин, потому что она, ей кажется, что у нее другой тип личности. Она думает, что у нее личность по-другому работает. А на самом деле личность тут ни при чем. У нее просто нет работы над собой. Потому что когда человек работает над собой, женщина становится женщиной, мужчина становится мужчиной. Понимаете? Если, допустим, у женщины выражены мужские качества, она не говорит, у меня выражены мужские качества. Нет у тебя никаких мужских качеств, просто у тебя не хватает энергии. Когда у женщины больше энергии, она становится более женственной. Если у мужчины больше энергии, он становится более мужественным. Если энергии не хватает, то вот эти стадии проходят. И наступает момент, что женщина хочет с женщинами жить. Мужчина хочет с мужчинами жить. Семьи, однополые браки возникают, потому что люди... Ну, истощены энергетически настолько, что они не могут уже с противоположным полом ладить, потому что, чтобы ладить с противоположным полом, нужны силы. Между мужчиной и женщиной всегда энергетика жесткая, тяжелая. Отношения тяжело строить с противоположным полом, со своим полом легче. Поэтому да, женщинам женщины нужны для того, чтобы дружить с ними, для того, чтобы заботиться о них, и для того, чтобы восстанавливаться психически. Мужчинам нужны мужчины, для того, чтобы дружить с ними, вместе преодолевать препятствия и восстанавливаться как личность. Но когда мужчина с мужчиной хочет половой жизнью жить, а женщина с женщиной, то это называется деградированные отношения. В них нет настоящего движения любви, потому что настоящая энергия любви, она имеет возвышенную природу. Вот, допустим, если мужчина с женщиной строят отношения, они постепенно могут стать очень чистыми, светлыми и возвышенными. И ты очень светлой памятью будешь вспоминать о близком человеке. Но если мужчина с мужчиной живет, то это, в принципе, означает деградированное отношение. Люди думают только о сексе друг с другом, причем сексе извращенном. Потому что когда, ничего, что я вам это расскажу, нормально? Вот задний проход человека, это дорога, ворота в ад, понимаете? То есть там адские энергии находятся. Если человек начинает наслаждаться половыми отношениями вот таким образом, то это прямой путь в ад, понимаете? То есть это ужасно вообще, это запрещено. То есть это разрушительно для судьбы человека, такие интимные отношения, это путь прямой в ад. Вот. Это очень опасно. Это опасно для судьбы практиковать такие вещи. Ну а мужчина с мужчиной живет, у него какие варианты? Это означает адская жизнь. То есть постепенно эти люди деградируют. И там же мужской анус, он связан также с чувством собственного достоинства, и когда человек разрушает энергетику этой зоны, то он перестает вообще к себе как к человеку относиться, то есть у него нет никакого достоинства, понимаете? То есть он и мужчина, и женщина это касается. Человек лишается чувства собственного достоинства. Это деградированные отношения. Сейчас, конечно, во многих странах мира узаканивают это все. Причина узаканивания какая? Что этим людям как-то надо жить. Но они не могут по-другому, им тоже нужна семья. И вот государство идет навстречу, дает возможность им как-то жить. Но это не значит, что это правильно и хорошо, как это объясняется во многих местах. Ничего хорошего в этом нет и ничего правильного тоже. Больше того, могу вам сказать, что есть еще и четвертая стадия деградации. И скоро мы об этом тоже много интересненького узнаем. Потому что люди же идут вперед, живут дальше, и многие не хотят развиваться, а наоборот деградируют. Четвертая стадия деградации – это когда человек вообще людей не переносит, в принципе. Он может с ними только работать, но личной жизнью с ними жить не может. И тогда люди начинают личной жизнью жить с животными. Большие собачки появляются от этого, всякие ослики там и так далее. Понимаете, поэтому это тоже не за горами уже этот момент. Мы должны это понимать. Если люди уже до этого доходят, то в этом нет никаких особенностей их характера, как они говорят. У меня просто такой характер, особенный такой. Нет, мой хороший, это не особенный характер. Это означает, что у тебя
Но ты не развитый, тебе нужно развиваться как личность, возвращать свою энергию назад. Когда человек живет здоровой жизнью, он заботится о всех, прощает, принимает людей. Ну, человеческие добрые отношения со всеми строит, тогда у него все возвращается назад. Постепенно вот все эти вещи уходят. Как, допустим, в Сибири в одном городе ко мне подошел молодой человек и говорит: «Олег Геннадьевич, я как раз нахожусь на этой третьей стадии деградации. Меня тянет к мужчинам. Я не могу, как бы, я не чувствую счастья от того, чтобы жить с женщиной. Вот я их не люблю. У меня нет к ним влечения. У меня есть влечение к мужчинам». Молодой человек мне сказал. Я, говорит, понял, что это неправильно из вашей лекции. Я начал работать над собой, когда произойдет перещелк. Когда у меня вот поменяется это восприятие, я говорю, это происходит постепенно. Не торопитесь, спокойно работайте над собой, молитесь, принимайте людей, прощайте, терпите, развивайтесь как мужчина. Чем больше у вас мужественности, желания преодолевать трудности, побеждать, тем больше, меньше будет половых желаний по отношению к мужчинам. Так он, в принципе, начал развиваться, прошел год. Я приехал, он говорит: «Да, у меня как-то сейчас переходный этап такой». Я говорю: «К мужчинам все пропало, как будто не было ничего. Вот, а к женщинам еще не появилось». Через 3 года он уже женился. Понимаете? То есть постепенно, постепенно, ну не один год, конечно, года лет 4-5 нужно для того, чтобы эти все изменения произошли в психике, и все, и дальше нормально живи на светлой стороне. Но вот это сделать клеймо на себе там, первый, как это говорят, первый член семьи, второй член семьи, там, какие-то бредовые там идеи о распределении, там, так сказать, полов, что не нужно никаких полов, родитель номер один, родитель номер два, кто опять номер один, номер два, непонятно. Номер один все равно же лучше, чем номер два. Может, родитель А и Б, но тоже Б — это уже вторая буква, это тоже как-то, не знаю, может быть, родитель А, английская А, или родитель А, русская. То есть я шучу с вами сейчас. Или вас в Одессе уже все, не шутят? Как к этому? Итак, мы с вами говорим о работе над собой. Мы сейчас рассказали, я рассказал вам о том, что есть вот такие стадии. Что делать, если не хватает мужской и женской природы? Нужно наполняться. Вот, допустим, большинство людей страдают от физического истощения. Вот они думают, что у них там тяжелая жизнь, некогда там и все прочее. На самом деле это не некогда, а просто нет сил. Ну, это как замкнутый круг. Вот бывает такое, что человек истощен от того, что он не ест, а у него уже нет аппетита, и он не может поесть. Получается замкнутый круг. Ему надо есть, а он не ест, потому что нет аппетита. И выход здесь такой, что нужно в это время не пытаться заставить себя есть, а начать двигаться, длительное движение совершать, потому что аппетит возникает в результате того, что человек двигается, у него пищеварение активизируется, понимаете? Ну, это просто я кремарка такая. То же самое здесь. Вот, я не могу заставить себя работать, допустим. Я не могу переносить близкого человека. Все это означает нехватка энергии. Все. То есть энергия увеличивается, физическая энергия увеличивается с помощью длительного непрерывного движения, подвижного положения тела возле деревьев и поста на воде. Самый простой пост — это когда ты перестаешь есть вечером, и следующее питание — это в обед. Этот пост чем хорош, то солнце восходит, когда все лечение происходит в это время. Это когда постишься утренние часы, все вот эти вот, это всего 16 часов пост там, 14-16 часов. И в это время у тебя очень сильно пролечивается организм. Это хороший пост вот такой, самый минимальный. Я так пощусь уже лет 20, наверное. Я просто не ем по утрам, и только в обед ем.
У меня разгорает сильный аппетит в обед, я хорошо кушаю. Потом фрукты только вечером ем и все. Когда от дороги, я еще мороженое на ночь ем, потому что у меня сильно перегреваются мозги от общения с людьми. И я остужаюсь просто. Мороженое съел, остыл и потом спать лег. Вот. Ну, то есть физической энергии, когда человеку не хватает, какие признаки? Признаки такие, смотрите. Человек чувствует, у него не хватает работоспособности, не хватает концентрации внимания. Он не может заставить себя что-то новенькое начать делать. У него не хватает терпения, у него не хватает хорошего настроения, у него гневливость, обидчивость, непереносимость людей, вспышки гнева друг на друга, ругаемся, не терпим друг друга. Это не то, что у нас психика неправильно работает. Это вам не хватает энергии природы. Это тоже психическая энергия, но энергия природы. И вот когда человек на природе длительное движение совершает, у вас здесь отличная как-то тропа здоровья, да? Такая вот дорожка вдоль моря. Море дает великолепную энергетику. Вот мы сегодня бегали, там немножко перепады, то вверх, то вниз. Вот это вот. Вообще бегать лучше по ровной местности. Ходить можно с перепадами, это не сильно сердце скажет. Бегать, особенно начинать, лучше по ровной. Ну, я бежал вот с этими перепадами 16 километров. Если ты бегаешь километр, там это не сильно скажет. А 16 километров, это уже долго. И вот эти перепады дают нагрузку на сердце. Самый лучший пульс, который у меня во время пробежки когда-либо бы не был, был в жизни, это средний пульс 131. Обычно я бегаю 135-137. У вас я вот с этим перепадом пробежал 133 пульс. Это что означает? Это означает, что вот это море, энергия моря, колоссально просто облегчает физические нагрузки. То есть само по себе присутствие моря очень сильно облегчает жизнь. То есть ты бежишь, как будто ты не бежишь. Вот очень легкость. Такое ощущение очень хорошее внутри. Ну, то есть сам Бог велел вам здесь бегом заняться возле моря. Вот. Или ходьбой длительной. Сначала лучше начать ходить. Ходить надо постепенно доводить до 4 часов 20 минут. Что лучше, начать бегать понемножку или помножку ходить? Лучше помножку ходить. Потому что вы начнете чистить организм, у вас начнется пролечивание. Лучше, чтобы пролечивание начиналось постепенно, потому что когда вы будете бегать, то лечение более глубоко идет. Кстати, если человек начал бегать и поститься, раком заболеть невозможно. Вот человек бежит, допустим, 16 километров, там 9 километров в час, или, допустим, медленнее бежит. Это все равно хорошо, допустим, 2,5 часа он бежит, если медленно бежит, если быстро бежит, то 2 часа максимум. Вот, все цилиндры психически прочищаются. И плюс раз, допустим, в две недели там полуторасуточный сделал. Ну, это значит, что вечером перестал есть, и следующий день, через день, вот день прошел, и через день только утром поел. Это полуторасуточный пост на воде. Воды много пьет человек, не надо ни меда добавлять, ни яблочек туда, ни арбузов, ни дынь, ни груш, ни слив. Ну, меня вопрос задают, а вот пост на воде, а можно меда добавлять? Ну, можно, хорошо. А можно яблочное пюре чуть-чуть? Ну, можно. Только это уже не пост на воде. Это просто ты ешь, называется, разгрузочный день. Вот. А пост на воде означает только вода. А когда человек наполняется физической энергией, он где-то 50%, поверьте мне, 50 проблем, вопросов, 50% вопросов личной жизни решается. Это круто? 50%? Вот ничего, не меняешь свой характер, ничего не делаешь с собой, просто длительное движение, статические упражнения, пост на воде. Наполнился природой, человек лишается раздражительности, гневливости, у него появляется терпение, у него появляется возможность, ну, как бы нормально общаться, волевые функции восстанавливаются, хорошее настроение восстанавливается. И вот это много-много всего хорошего появляется в характере человека благодаря контакту с природой.
Чего природа вам не даст? Вот природа не даст силы, социальной силы. Вот ты можешь бегать там, статические упражнения делать и поститься на воде, но если ты по природе не склонен служить людям, заботиться о них, то есть ты одинокий человек по природе, то одиноким и останешься. Сама по себе энергия, когда у тебя наполнилась, ты просто хорошо, счастливо будешь жить, но один. Потому что для того, чтобы у тебя был близкий человек, нужно для этого увеличивать способность свою внутреннюю, по-доброму относиться к людям. На определенной стадии доброты к людям, развитие вот этой социальной силы своей, качаешь вот себе социальную силу, служишь людям, заботишься. Вот посмотрите, ребята, девчата из клуба «Благость», да? Они отличаются от всех. Допустим, если вы приедете к нам на фестиваль «Благость», то вы увидите, что люди там, которые заботятся о вас, очень доброжелательные, жизнерадостные, счастливые. У нас, у моих друзей, семьи не разваливаются. Развалится только у тех, кто, может быть, живет с нами, но не сильно включен в то, что мы делаем. То есть они не бегают там, не желают всем счастья, не молятся, просто живут. И у них могут развалить семьи. Но те, которые серьезно работают над собой, семьи никогда не разваливаются, даже если приходит плохой период. У нас это нонсенс, такого не бывает. Почему? Потому что если люди правильно живут, любят людей, заботятся обо всех, тогда невозможно, чтобы отношения разваливались просто. Понимаете? Вот, теперь очень важно понять, что есть люди на трех платформах жизни находятся. Низшая платформа жизни – это когда человек восстает против этого мира. Он ненавидит правительство, ненавидит людей, еще кого-то ненавидит. Он выпивает, злится, дебоширит, изменяет. И очень в жестком протесте относится к отношению к людям. Например, мы бежали сегодня, и мы всем желали счастья. У нас видно, что мы доброжелательно настроены, и по людям можно понять, на какой платформе человек находится. Есть платформа невежества, низшая платформа. В ней семейной жизни нет. Человек одинокий. Есть платформа страсти. Семейная жизнь есть, но она очень напряженная. И люди сильно сосредоточены на детях, на работе и на достатке. Больше никаких интересов нет в жизни. Все. Ну, у них секс, наслаждение друг другом, дети, достаток, все. Круг их восприятия мира. Эта семья в страсти обязательно развалится. Никаких шансов ее сохранить нет, потому что они живут на самоистощение. Энергия любви у них тает, люди в невежестве, предательство, злоба, ненависть и так далее. Шансов нет вообще быть вместе, одиночество. Вот мы, допустим, бежали, одна женщина пожилая, она нас увидела и такая тоже стоит, такая радуется, смотрит на нас, бежала. Мы говорим, счастье вам, она улыбается такая. Мужчина такой в возрасте тоже нас увидел, такой смотрит, радуется. Это люди в благости. Люди в благости, они чувствуют сердца других людей, чувствуют счастье, улыбаются, радуются. Люди в страсти стараются не замечать. Вот там бегали спортсмены мимо нас, мы им радуемся, они нам нет, потому что и некогда, они как бы бегут. Стараются побежать в судьбу. Они такие напряженные все люди, в себе немножко замкнутые, такие замученные судьбой, как бы вроде бы спортивные, но не в ту сторону. И есть люди в невежестве. Один человек проезжал мимо на велосипеде и смотрит на нас, а мы радуемся, а ему плохо от этого становится. И он такой посмотрел на нас, у вас передернуло такое. На трамвай, что ли, денег нет, или на троллейбус? Такой, мы бежим, на троллейбус денег нет. Я говорю, да, говорю, у вас нет. Помог ему осознать истину. Ну, ему как бы больше нечего было сказать, поехал дальше. Вот. Итак, жизнь в невежестве – это исключено. Из этого надо вылазить. Если ты всех не любишь, ненавидишь, не можешь прощать, принимать, или сильно обескуражен, вот в шок вошел от какого-то человека, это тоже жизнь в невежестве, депрессия, от неприязнь к человеку, протест внутренний против людей, как они себя ведут, это тоже невежество. Есть женское невежество, это в основном депрессия, протест,
страх перед людьми и такое одинокое состояние, такая скованность, одиночество. Это по-женски невежество. По-мужски невежество означает буйство, грубость, хамство, жестокость, категоричность. Означает пьянство и предательство, измены, мордобой. Это по-мужски невежество. Видите, так как мужчина – это не лучшая половина человечества, да? Поэтому у мужчины все не так, как бы, замечательно, как у женщин. Вот, допустим, у женщины невежество – это что такое? Это депресняк и неприязнь к мужчине. Ну, к какому? Опять не к невежественному, потому что одно тянется к другому. Вот. И, ну, как бы, ну, как Олег Геннадьевич, я могу счастливо относиться к нему, если он такой человек? Ну, если вы не в невежестве, всех будете прощать, терпеть, заботиться, менять жизнь, в отношениях с ним других находиться. То есть, вот из этой платформы невежества нужно выйти. Понимаете, платформа невежества состоит из двух вещей. Первая вещь – нехватка энергии, это опять нездоровый образ жизни. И вторая вещь – это означает, что вас сильно обидел кто-то в жизни. Понимаете, не в это, так в прошлое, протест против людей. Вот человек испытал от людей какую-то боль, и он бунтует. Вот как маленький ребенок, знаете, бывает сильно капризничает. Вот ему плохо сделал, и он, мама подходит к нему, она его любит, целует, он... Вот так, нет, все, не хочу ничего, капризничает такое. Это невежественная платформа называется. Она, ну, побеждается одиночеством. Вот когда уже все, ну, ребенок очень упрямо в этой платформе относится, ну, все от него уходят, он видит капризничать не перед кем и становится хорошим. Это единственный способ вам помочь, пожалуй. Ну, можно еще отвлечь его, если сильно, не сильно в этой платформе он находится, то можно ему помочь. Он как бы это успокаивается. Надо, наверное, окошечки и передние тоже открыть, потому что вот сзади, похоже, воздух хорошо идет, а спереди не очень. И люди здесь немножко такие как бы задыхаются. Если есть возможность, передние окошечки тоже. Понятно, что там надо стульчики подставлять как-то, но с ними тоже надо разобраться, чтобы воздух вентилировал, потому что лето. Естественно, вентиляции однозначно не будет хватать. Вот. Так. Давайте разберемся, что кому не хватает. Потому что переход из невежества в страсть или из страсти в благость осуществляется за счет наполнения. Есть нехватка физической энергии, означает плохое настроение, означает обидчивость, капризность, нехватка терпения. Это как бы физическая платформа, нужна природа просто. Если ты чувствуешь одиночество, тебе нет друзей, нет подружек, ты постоянно мечтаешь, думаешь о том, как тебе вот, что тебе нужен какой-то хороший человек, ты в мечте живешь об этом человеке, то вот эта мечтательность, вот это вот как бы ощущение, что тебе кто-то нужен, вот, это означает, что ты в одиночестве находишься на платформе страсти. Платформа благости – это когда человек заставляет себя дружить с людьми, заботиться о них, что-то делать хорошее. Вот в этом сознании нужно учиться находиться. Нужно искать себе друзей. Поэтому мы вот не типа для рекламы Олега Геннадьевича создали клубы «Благость», да? А для того, чтобы люди развивались, чтобы они учились дружить друг с другом, заботиться друг о друге, учились помогать друг другу и другим людям также. И я заметил, что вот девчонки, ребята в клубах «Благость», они с годами постепенно становятся все счастливее, становятся все развитее как личности, у них пропадают эти проблемы с личной жизнью, пропадают проблемы со здоровьем, то есть они уже начинают помогать другим людям, как-то стараться уже от своей жизни отвлекаются. Ну, то есть вот это вот изменение своей жизни не начинается с того, чтобы люди думают, мне надо наладить личные отношения. Это следующий этап. Сначала разберись с собой. Вот первая стадия всегда – помоги себе. Поможешь себе, потом сможешь помочь отношениям, потому что есть три круга судьбы всего.
Первый круг судьбы – это я. Вот если у меня в сердце нет любви к людям, если у меня внутри психика напряжена, если я чувствую одиночество, то это я. Это не между нами, это я. Сначала наладь отношения с собой, означает длительное движение, молитва, служение людям, настройся правильно. Я желаю всем счастья, тоже не зря, не случайно этот настрой. Отвлечение от себя. Вот я. Понимаете? Когда человек я, значит он останется один. Вот если человек про себя забыл, всем заботится, служит об всех, прощает, терпит, вот, тогда однозначно он не останется один. Такие люди всегда нужны, обязательно будет женатым, придет время. То есть, вот смотрите, давайте еще раз. Вот, разделим на три стадии. Первая стадия – я, работа над собой. Вторая стадия – служение людям. Третья стадия – женитьба. Вот невозможно перепрыгнуть. Вот, допустим, сразу женитьба – хорошо. Ты не работал над собой, не служишь людям, женился сразу. Что дальше? Дальше ядерный взрыв. Почему? Потому что у женщины нет сил терпеть мужчину, у мужчины нет сил терпеть женщину, у них нет социальной активности, они погружаются сразу друг в друга, то есть они сильно начинают в эту любовь как бы погружаться, в результате у них увеличивается чувствительность друг к другу, увеличивается замкнутость друг на друге. Они очень сильно зависят друг от друга, начинается ревность. Что такое ревность? Это социальное истощение. Ну, вот допустим, я никого не ревную, потому что у меня как бы самодостаточная жизнь, много любви к людям, все, мне незачем кого-то ревновать. Ревность означает нехватка. Если человек ревнует, значит у него не хватает, он зависит только от жены, поэтому он ходит, постоянно за ней следит. Как сегодня у нас была с утра онлайн-лекция, и там как раз была разбиралась ситуация, что муж постоянно следит за женой, не дает ей никуда ходить, ревнует. Это означает, что он одинокий человек, у него нет друзей, у него нет социальной активности нормальной, он не любит людей, по-доброму к ним не относится, означает, он хватает на себя внимание жены, он пытается ее зациклить на себе. Это разрушает семью полностью, шансов жить в такой ситуации нет. То есть женщинам нужны женщины, женщины должны с женщинами полноценно общаться. Мужчинам нужны мужчины. Если женщина ревнует мужчину, что он с мужчинами общается, значит, семья будет разрушена обязательно. Ну, то есть, другими словами, есть этапы развития личности. И только третий этап – это семья. Вот первый этап – это работа над собой всегда. Это природа и молитва. Четыре типа действия. Длительное движение, непрерывное, статические упражнения и пост на воде. И молитва. Четыре типа действий. Какие они дают человеку силы? Длительное движение дает волевую силу. Волевая сила означает также социализация человека, потому что женщина стесняется часто людей. Мужчина, он не чувствует в себе силы общаться. Он не стесняется, но просто ему тяжело. Это волевая сила. Энергия терпения. Допустим, вроде бы я могу общаться, но не могу терпеть людей. Это тоже, это второй тип энергии. И третий тип энергии – это неспособность понять. Вот человек не может разобраться в своей жизни, он думает, 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 но понять не может. Почему? Потому что не хватает силы. Вот чтобы понять, нужно поститься. Сила увеличивает, сила поста увеличивает силу проницательности в своей судьбе. Ты легче с ней разбираешься. Сила неподвижное положение тела увеличивает силу терпения, означает, ты видишь человека совсем по-другому. Вот тебе кажется, мы непереносимы, ну, то есть мы несовместимы с человеком. Энергия терпения появилась, да вроде совместимы, все нормально, я к нему нормально отношусь. Волевая сила появилась, то есть женщина может противостоять гневу мужа, допустим, он на ней наехал, она такая, и все, и не знает, как с ним жить. Волевая сила появилась, ты можешь спокойно, по-доброму с ним разговаривать. То есть по-доброму не означает, ты унижаешься, просто ты терпишь его нагрузку, вот это вот давление. Ты можешь по-доброму разговаривать, несмотря на его давление. Это означает, что у тебя хватает волевой силы. Ты противостоишь его воле, можешь противостоять. Допустим, пришел такой мужик, говорит, ну что она вот туда делает, что тут сидите, сейчас она вам сядет.
Вот, и в зале встает другой мужчина и говорит, ну, пойдем поговорим. Чего ты сюда пришел? Поговорили по-мужски, разошлись. Никто морду никому не бил, потому что они поняли оба, что они друг друга стоят. Ну, то есть одинаковая сила волевая. Они как бы посмотрели друг на друга, пообщались, вот так, прикинули, что дальше будет, и, ну, как бы думают, ну, ладно, будем расходиться. Ничего не произошло, да? Тот, как бы, грубо один сказал, второй ему по-доброму грубо ответил, вот, и как бы разошлись, как в море корабли. Ну, почему? Потому что у них одинаковая сила внутри мужская, то есть они могут потягаться друг с другом, нет проблем. Как один это видел такое видео, ну, такое этот, как бы, энергетическое и боевое искусство. Ну, то есть человек энергии всех уничтожает, энергии так раз, так, и все падают вокруг. Почему они падают? Потому что они ему верят. Может он так сшибать с ног энергии? Может. Только те, кто ему верит, что вот он может сшибать с ног. И он решил спарринг встать не с тем, который боевые искусства, вот эти вот энергетические искусства, которые в это верят, а в тем, которым по барабану энергетические искусства. Он в это не верит. Ну, то есть он не обращает на это внимания. И тот начал на него энергию, а тот взял ему по морде, как дал, тот упал, и все. На этом энергетические искусства закончились. Понимаете, то есть я о чем говорю? О том, что твоя сила должна соответствовать той силе, которую имеет другой человек. И тогда вы договоритесь с ним. Иногда женщина сильнее мужчины, и мужчина не может терпеть. Хорошо, тогда разберись, чем она тебя передавливает. Волей своей она очень жестко на тебя давит. Тогда длительное движение. Накопи волю и с ней разговаривай. Если ты, терпения у тебя не хватает, то есть она начинает там рассуждать, еще что-то делать, тебе не терпишь ее эмоции, допустим, тогда это неподвижное положение тела. Если ты не понимаешь вообще, как тебе жить в жизни, где работать, что делать вообще, жить в Одессе или не жить, или поехать в Канаду. Вот что делать, жить в Одессе или в Одессе, Канаду, что делать? Пасть пост на воде. Будешь поститься, вот, на воде начнешь поститься, поститься раз в неделю. Сил в Канаду уже не будет ехать. Потому что... Что, не кушаешь же, как поедешь? Тяжело же. И все решится так. Это шутка. Но на самом деле, просто, как бы... У тебя прояснеет сознание, тебе яснее станет, понятнее. Итак, мои хорошие, давайте еще раз вернемся. Вот смотрите, как бы болит печень, что лечим? Ну, вроде бы печень, да? А на самом деле, почему она болит? От гневливости. Поэтому человеку нужно лечить характер, да, свой, отношение к жизни. Ну, то есть, не надо вот так прямолинейно решать вопросы, типа, у меня проблемы в отношениях с мужем, значит, надо исправлять мужа. Нет, моя хорошая, нужно начинать всегда со своей жизни. У тебя проблемы с мужем, поверьте мне, 90% проблем – это всегда твоя возможность находиться рядом с этим человеком. Означает силы твои, энергетические силы. И есть два типа силы всего. Есть силы природы, есть силы социальная человека. Социальная сила, по-русски сказать, доброта. Доброта. Вот, допустим, человек злится, а ты добр к людям вообще, у тебя есть такая сила. И ты эту злобу не воспринимаешь. Вот, допустим, начальник ругается, говорит, я вас всех уволю. И все, говорит, вы все меня предали, я вас всех, весь коллектив. А такая деятельность, что очень востребована, 5 человек на место. Он говорит, я вас уволю, всех наберу новых людей, у меня все будет нормально, а вы все без работы останетесь. Ну все, как бы засада. Все попали в засаду, что делать? И находится один человек, который имеет достаточно доброты, чтобы сильнее быть его строгости. И он подходит и говорит, ну, Василий Петрович, ну, так вы такой хороший человек, мы виноваты, конечно, перед вами. Все. Но мы хотим изменяться. Простите нас, пожалуйста. Он такой смотрит, не могу вас простить, все, уходи. Конечно, я ухожу, все нормально, Василий Петрович, но мы все-таки вам... Ну, как бы,
За одного битого 5 небитых дают. Ну, то есть вы как бы все равно подумайте. Он говорит, ну ладно, я подумаю, до завтра подумаю. Он завтра приходит, говорит, Василий Петрович, спасибо вам большое за все, мы так, ну, как бы вас любим. Вот. Тот говорит, ну ладно, я вас уже простил, все, ладно, хорошо. Что произошло? Человек повлиял на ситуацию с помощью силы доброты. Ну, допустим, а если у человека силы доброты хватает, он не напрягается в ответ. А если не хватает, он напрягается. Вот, допустим, дипломат приезжает в страну, боевые действия, да? То есть та страна готовится к войне. И дипломат говорит, да мы-ка на самом деле к вам хорошо относимся, да у нас вековая дружба, а вспомните то, все, начинает приводить пример, да у нас вся страна за вас горой вообще. И по-доброму, те начинают его подстрекать, жестко себя вести, говорят, да вы такие сякие, а как вы это объясните, как то? А он говорит, да нет, все нормально, мы вот, вот так вот к вам относимся. И представляете, один человек спасает жизни тысяч людей, потому что когда война, это же скачет, это как бы все страдают. Как анекдот этот, два ковбоя сражаются, и один другого победил, он говорит, как бы, я тебя или убью, или унижу. Что ты выбираешь? Тот говорит, ну, лучше унись, чем помирать. Он говорит, ну, давай, как бы, тогда ешь вот испражнение. Ну, тот съел. Вот. Потом говорит, ну, ладно, у меня есть еще одно желание. Какое у тебя желание? Еще раз посражаться. Ну, еще раз посражались, теперь другой ковбой, как бы, победил. Говорит, или я тебя убью, или унижу. Он говорит, ну, унись, тоже съел. Вот потом сидят рядом друг с другом, говорят, что-то нам кажется, что за так с тобой наелись. Оба. Понимаете, это называется споры. Люди, когда в раздорах находятся, война начинается, или раздоры, кто выигрывает? Никто не выиграет, гибнут люди, там и там все просто гибнут, и все, от этого толку никакого нет. Потом правители помирились, а люди-то погибли. Какое счастье от этого. Поэтому мир всегда лучше. То же самое в семейной жизни. Мир всегда лучше. Лучше дружить. Нужно налаживать отношения всегда. Война, допустим, началась с мужем, в результате с ребенком пропала возможность встречаться, или впереди вот эта вот опасность того, что ты с ним не будешь видеться. А выход какой? Доброта. Что такое доброта? Доброта – это социальная сила, это способность внутренняя терпеть человека. И это не значит, что я должна напрячься и по отношению к этому человеку терпение выработать. Ничего ты не выработаешь, ты не напряжешься, потому что у тебя силы нет. Откуда берется социальная сила? Она берется от служения людям. Если ты заботишься о людях, желаешь им вся счастья всем, прощать, ишь им. Ну, копишь эту энергию доброты. Доброта – это сила. Вот, допустим, или человек штангу поднимает, он со временем будет больше вес поднимать или нет? Вот я, допустим, не подтягивался 30 лет. Ну, на турник встал, там, потянулся 3 раза. А раньше подтягивался на одной руке даже один раз, подтягивался 16 лет 50 раз, там 12 раз выход силы вот так вот, и на турник сразу жук сверху, 12 раз так делал, и на дно один раз подтягивал, сейчас 3 раза подтянулся, приехали, ну начал ходить немножко там раз в недельку подтягиваться, 10 раз уже научился подтягиваться. Ну то есть это все тренируется постепенно. Точно так же есть сила психическая человека, сила терпеть не обиду другого человека, терпеть грубость, сила не обращать внимания на категоричность, на слова, допустим, с тобой мы точно жить не будем. Что ты Бог, что ли, решать это точно? Когда тебе кто-то что-то говорит, то не обращай на это внимания, стряхивай с ушей. Потому что все зависит от Бога. И что такое доброта? Доброта означает по-доброму относиться к человеку, не обращать внимания на его категоричность, на глупости какие-то. Просто, ну, как бы надо уметь правильную дистанцию держать. Вот, допустим, огонь – это хорошо или плохо? Огонь – это то, что дает возможность готовить пищу, кушать,
тепло в квартире, это все энергия огня. Огонь нужен человеку, но не, это не значит, что надо попой садиться на угли. Вырабатывать терпение к огню, как там это, через костер прыгают, там по углям ходят там, и так далее. Огонь нужен для того, чтобы, ну, чуть на расстоянии. И вот эмоции женщины, эмоционально сильная женщина, это огонь. Допустим, муж увидел, жена такая, вау, пошла. Не надо приближаться, это огонь. Есть огонь женский, это эмоции сильные. Огонь увидел, отходи. Ну, то есть, говори, я, давай, слушай, поговорим завтра. Она говорит, нет, сегодня. Ладно, я пошел, у меня, я в туалет хочу. Пошел в туалет, посидел в туалете минут пять. Хотя в туалет не хочешь, просто посидел на всякий случай. Огонь долго не может гореть внутри. Понятно, да? Огонь долго гореть не может. Из туалета вышел, она уже не такая, уже прошел вот этот огонь сильный. И можно уже нормально разговаривать. Или муж такой разгневался, тоже раз убежала. Вот. Ну, то есть подальше от огня. Это не то, что ты слабая какая-то. Ну, вот, допустим, я сильный или не сильный. У тебя слабо в костре постоять? Так хоть какой сильный? В костер залез, сгоришь. Точно так же любой сильный человек не должен приближаться к огню. Есть человеческий огонь. Вот глаза у человека краснеют, он гневается, выпучиваются, краснеют глаза, лицо краснеет, все, сматывайся. Он загорелся. Этот огонь будет убивать твою психику. Ты потом будешь в стрессе ходить, в травме ходить. Не надо противостоять огню, потому что это называется уже скандал. Дальше вы не заметите, как начнете посудой кидаться, друг другу царапать лицо. Вернее, женщины царапают лицо, мужчины бьют кулаками. Вот. Это все, ничего хорошего в этом нет. Это означает, что вы не умеете держать правильную дистанцию от огня. Увидели огонь? Отходите. Следите за собой, хочется ему сказать, ничего страшного, перехочется. Вот, допустим, если, допустим, сидишь на лекции, а хочется в туалет. Ты же сразу не будешь, как бы, на лекции прям, правда? Потихоньку встал, пошла. Так же здесь тоже, вот хочется ответить, не сегодня. Понятно? Потому что есть два способа обкакаться. Один способ на лекции, второй способ, когда ты сказал в тот момент, когда захотелось. Это хуже, потому что если ты там обкакался в отношениях, то разрушается семья. А здесь, ну, подумаешь, вонь пошла, ничего страшного. Вот. Понимаете, это не так опасно. Семья это опаснее, когда разрушается. Поэтому примерно вот так вот. Ну, то есть, держать дистанцию это... хороший способ. Дистанция не означает, я сейчас ему войну, вот Олег Геннадьевич сказал дистанцию, сейчас накажу его молчанием. Нет, дистанция означает просто доброе, у тебя доброе отношение к чему, к человеку, ну чуть подальше, чтобы не сорваться, не разгневаться, все. Дистанция это доброта на расстоянии, не злоба, доброта. Итак, доброта это социальная сила человека. Что это такое? Природная склонность видеть хорошие качества в людях. Вот все люди хорошие. Природная склонность. Допустим, мы сегодня бегали, и мы людям кричали «Счастье вам!» там, и так далее. И люди, как бы, некоторые не обращали внимания, некоторые отвечали улыбкой. Доброта проверяет человека, сразу делит на три категории. Вот ты кричишь «Я желаю вам счастья!» Он такой значит, он невежественный. Отходи, иди, я отбегаю его, ничего страшного. Он постепенно станет лучше. Ему нужно время. Вот. Он хороший, но пока еще не понял это. Вот. Другие люди не замечают, как будто тебе ничего не сказали. Они в страсти. Тоже не трогай их, они неправильно живут, ничего страшного, наладится постепенно жизнь. А если люди улыбаются тебе, вот и улыбайся им в ответ. Вот и все. Сразу все разделилось. Если ты по добрую позицию выбрал человеку, сразу все понятно, как с человеком вести себя. Допустим, у тебя близкий человек в страсти находится, он сильно занят деятельностью, ему некогда с тобой общаться, у него дела, у него учеба, у него развитие. Вот. Значит, не сможешь ты с ним строить близкие отношения сейчас. Но если люди находятся в страсти, значит, молитвой, освященной пищей. Сегодня моя жена рассказывала, как она влияет на меня с помощью пищи.
Я вот это вспомнил тоже, это интересная тема. Я для себя узнал одну вещь, это для меня было очень необычно. Ну, потому что, в принципе, я хорошо разбираюсь в энергии, в том, как что делать, допустим, да. И у меня бывают ситуации, когда я очень устаю, и у меня усталость влияет на сон. Я не могу заснуть. У меня есть всякие камешки там, браслетики, чтобы спать. Ну, и бывает, что ставлю камешки, браслетики, все равно не могу заснуть. И разок вот такая ситуация была, я приехал, ну, как бы... Лег спать пораньше, не могу заснуть, все, встал, еще жена не легла. Я говорю, я не могу заснуть. Она говорит, сейчас заснешь, такая, взяла, короче, стакан воды просто. Стакан воды. И начала, как бы, вот так поставила перед собой, такая, помолилась сначала, прославила Господа, а потом такая, она мне рассказывала, что она потом говорила. Она говорила, это для того, чтобы мой муж заснул. Сна ему, спокойствия, отдыха. И так как женщина – это же энергия, она наполнила стакан вот этой энергией. Я беру, пью. Вот ощущений никаких нет, просто вода. Выпиваю воду, проходит 5 минут, и меня косит. Я прям как будто я снотворное выпил. Пошел, сразу отрубился. Вот так, представляете, женская энергия как действует. Если вы там, допустим, пищу с молитвой приготовили, молитесь Богу, то у мужа все плохое вообще очищается. Вот это невежество, энергия невежества и страсти, они от пищи. Потому что пища – это подсознательная вещь. Вот, допустим, вы мужу говорите что-то, это он пропускает через свое сознание. Означает, он решает, менять себя или нет. А если вы молитесь над пищей, думаете о Боге, славите Бога, и, допустим, именно энергию доброты, потому что на другую энергию у всех людей блоки стоят. То есть... Пускай муж будет хорошим, добрым, ласковым, пускай у него все наладится, пускай он будет смелым, сильным. Вот так вот начинаете говорить над пищей. Это действует настолько сильно. Вот мужчина ест, и у него все внутрь пошло, это защиты никакой нет. И он меняется. Понимаете, да? Доброта означает силу. Вот это вторая сила человека, которая все налаживает в его жизни, это социальная энергия. Это доброта означает способность, природная способность видеть в людях хорошее. Причем люди бывают трех категорий. Есть хорошие люди, которые сами об этом не знают, это невежественные люди. Ничего страшного, они узнают. Такое ощущение, что все у него впереди. Вторая категория – это люди хорошие, но при этом зашоренные своими желаниями, то есть им надо квартиру, там, им надо машину, они на этих желаниях очень сильно зашорены и не могут нормально жить из-за этого. Не могут общение строить, отношения, потому что они как бы зажаты внутренними желаниями вот этим. Это называется жизнь страсти, сильно зажатое желание. Сверхценная идея какая-то. Ну, мне нужно очень сильно машину. Или мне нужно очень сильно еще дополнительную площадь в квартире. И вот человек ради этого живет, пашет, пашет, у него сверхценная идея, он не может общаться с детьми, не видит белого света, не видит жену. Все у него постепенно валится, валится в жизни из-за жатости на одном этом желании. И в результате он получает квартиру, но теряет все остальное в жизни. Здоровье, жену, детей, все. И он думает, зачем мне тогда нужна эта квартира, если у меня уже ничего нет. Ну, это твой выбор был. Не надо так сильно сосредотачиваться на каких-то желаниях своих. Понимаете, это очень опасно, это разрушит всю твою жизнь. И люди в страсти, им нужно просто, им не хватает доброты. Нужно вкладывать в них доброту. И постепенно человек приходит в благости. Но вот интересно, что люди в благости, они способны начинать побеждать судьбу. Как это вообще начало победы над судьбой вообще в жизни отмечается? Все люди на земле, все до одного, всегда хотят менять других людей. Запомните, это означает, еще благости нет. Даже если человек духовной практикой занимается и хочет всегда менять вокруг себя всех, это значит, что у него благости еще внутри нет. Он в страсти находится или в невежестве. Человек может даже молиться Богу и жить в страсти и невежестве. Начало благости ознаменуется тем, что у человека пропадает вот это чувство, что именно изменение людей вокруг ему поможет в жизни. Он начинает реально понимать, что поможет только изменение себя.
Понятно? Вот это и есть благость. Благость с этого начинается.